Безопасности обучающихся уделяется все больше и больше внимания. Во всех школах функционирует турникетная система, внутри учебного заведения ведется видеонаблюдение, за которым до недавних пор наблюдали лишь сотрудники охраны. К концу 2023 года система видеоконтроля за учебными заведениями стала дублироваться. Образовательные учреждения подключаются к АПК «Безопасный город». Первой к системе общего видеонаблюдения подключилась гимназия. Территория школы, а также сама школа подключена к камерам видеонаблюдения системы «Безопасный город». Конечно же, это замечательно, потому что 24/7 сейчас производится наблюдение, видеонаблюдение за тем, что происходит и в школе, и на территории школы. И это, конечно же, вносит свой вклад в обеспечение безопасности образовательного процесса. Сотрудники ЕДДС могут видеть все коридоры учебного заведения и всех, кто там находится, а также следить за обстановкой рядом с учебным заведением. Гимназия не единственная школа, подключенная к общей системе. Также она успешно функционирует в школе номер 2 с кадетскими классами. Это делается не чисто для контроля за детьми или за чем-то, а для безопасности детей, преподавателей, родителей. Потому что любой родитель, когда переживает, когда ребенок уходит в школу, главное, чтобы он безопасный, ушел туда, безопасно вернулся. И в случае каких-то небольших вот конфликтов легче как говорится, разбираться преподавателям, может, из-за этого. А так и больше из-за безопасности. Тем более время у нас такое немножко неспокойное, все равно все переживаем за всех. Охота, чтобы все это было все хорошо. На данный момент к системе «Безопасный город» подключены 173 камеры. В будущем к общему видеонаблюдению будут подключены и другие образовательные учреждения Великоустюгского округа. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».